Пусть А и Б натуральные числа, причем А квадрат плюс Б квадрат делится на АБ минус 1. Бывает ли такое? Бывает. Если взять в качестве А двойку, а в качестве Б единицу, то 2 в квадрате плюс 1 в квадрате – это 5. Дважды 1 минус 1 – это 1. Частное равно 5. Вот, возможно ли другие пары? И можно ли получить другой результат? То есть вот 5 получилось, а еще какие-то варианты есть. Оказывается, пар натуральных чисел таких бесконечно много. А вот частное всегда будет равно 5. Если сумма квадратов двух натуральных чисел делится на их произведение минус единицу, то частное обязательно равно 5. Давайте это докажем. Сначала совсем простые примеры. Может ли частное равняться единице? То есть А квадрат плюс Б квадрат может ли равняться АВ минус 1? Ну, конечно. Потому что вычтем 2АВ из обеих частей, получится здесь квадрат разности, а там минус АВ минус 1, отрицательное число. То же самое. Может ли частное равняться 2? Ну, по той же причине. Опять вычитаем 2АВ, справа получается минус 2, а слева неотрицательное число. Значит, если делится, то частное не меньше, чем 3. Замечательно. Теперь давайте все-таки докажем, что оно обязательно равно 5. Сделаем это следующим образом. Для числа k, которое получилось каким-то образом или частным, ну, пусть это не обязательно пятерка, а что-то другое, рассмотрим наименьший пример. То есть наименьшее число А, для которого существует такое Б, тоже натуральное число, не превосходящее А, что А квадрат плюс Б квадрат – это К умножить на АВ минус 1. Тогда должно быть вот такое равенство. А квадрат минус КВ умножить на АВ минус 1, плюс Б квадрат плюс К должно равняться 0. Рассмотрим квадратичную функцию. F от x – это x квадрат минус kbx плюс b квадрат плюс k. Как выглядит ее график? Коэффициент при x квадрат – единица, поэтому ветви направлены вверх. В нуле значение b квадрат плюс k. Значит, вот здесь вот какое-то положительное число. А – это корень. Тут непонятно только, а – это правый или левый корень, но смотрите, вычислим значение в точке B. Это будет B квадрат минус KB квадрат плюс B квадрат плюс K. То есть B квадрат умножить на 2 минус K плюс K. Дальше варианты. Если число B больше единицы, то вот здесь вот стоит минимум четверка. 2 минус K, мы уже знаем, отрицательное число. Получается, что здесь не больше, чем 4 умножить на 2 минус k плюс k, но это меньше нуля, потому что это 8 минус 3k, а k не меньше, чем 3. То есть, если b больше единицы, то f от b отрицательное. И что это означает? Это означает, что a же было больше, чем b, это правый корень. Но у уравнения есть и вот такой корень. Он меньше, чем А. И таким образом мы нашли решение этого уравнения с меньшей величиной А. При этом, как вы помните, В было меньше или равно А. То есть у нас уменьшилось решение. Правда, не возразите, а вдруг что вся игра происходило именно на том, что b было равно а. Да и нет. F от b меньше нуля, а f от a было равно нулю, поэтому b не равно а. Мы действительно смогли найти меньшую пару. Напоминаю, это в случае, когда b больше единицы. Но мы рассматриваем наименьшее, значит, такого быть не могло. Значит, b обязательно равняется. Если b равно единице, то все очень просто. Смотрите, тогда а квадрат плюс b квадрат превращается в а квадрат плюс 1, а b минус 1 превращается в а минус 1,
дальше все будет легко. Единицу расписываем как минус 1 плюс 2. А квадрат минус 1, когда делим на минус 1, пишем как А плюс 1. И получается, что вот такое число, 2 А минус 1, должно быть целым. Ну, замечательно. У числа 2 делитель единицы и двойка. Значит, либо А минус 1 равно единице, то есть А равно 2. И легко увидеть, 2 в квадрате плюс 1 делить на 2 минус 1 – это 5. Либо А минус 1 – это 2. Ну, бывает. Значит, А равно 3, и то же самое. 3 в квадрате плюс 1 – это 10, делить на 3 минус 1 – тоже 5. В обоих случаях К равно 5. Значит, мы доказали, что К может равняться только 5. Теперь вопрос. А конечно или бесконечно множество решений вот этого уравнения А в квадрате плюс Б в квадрате равно 5 умножить на АВ минус 1. Бесконечно. И давайте поймем, почему. Это совсем просто понять. Вот у нас есть уравнение А в квадрате. Давайте как там перепишем, только уже вместо К пишем пятерку. Минус 5АВ плюс Б в квадрате. Плюс 5 равно 0. Вот. Опять рассматриваем квадратичную функцию. Не буду писать буквы, просто имеется в виду, что вот эта функция вот А, да, вот то, что слева написано. И чему равна сумма корней квадратного уравнения? 5b. Значит, если мы берем и из пары чисел АВ создаем новую пару, то мы будем получать меньшее решение. Это на картинке с параболой переход от ситуации, когда А является правым корнем, к левому корню 5b минус а. Но точно так же можно сделать переход в обратную сторону. То есть, если у нас имеется пара, где вот это вот число меньше, чем число b, то мы можем пойти обратно преобразованием. Другими словами, можно было идти от пары АВ не сюда, а вот туда. Вот смотрите, А было больше, чем В, эта пара стала очевидно больше, чем была. Вот это преобразование уменьшает, а это преобразование увеличивает. 25А квадрат. И как раз здесь 25А квадрат. Минус 10АВ. А здесь будет минус 5АВ. Ну, замечательно. Значит, когда минус 10АВ перенесем сюда, то получится как раз те самые 5АВ. Ну, а что мы делаем? Берем пару 1, 2. Большее число пишем. Умножаем на 5 и вычитаем единицу. Получаем 2 в квадрате плюс 9 в квадрате, это 85. Произведение их это 18, минус 1 это 17, 85 делить на 17 это как раз 5. Все хорошо. Теперь что у нас будет здесь? 9 и умножаем на 5, 45 минус 2, 43. Ну, и так далее. Но мы могли начать не с 1, 2. Можно было начать с 1, 3. Что здесь будет? Здесь будет тройка. 3 умножить на 5 минус 1. 14. Здесь будет 14. 14 умножить на 5. Это 70 минус 3. 67 и так далее.
можно доказать, что других решений нет. Ну, естественно, чисто можно представлять. Вот, и вот есть две такие цепочки, а других решений нет. Это доказывается, собственно, благодаря существованию такого обратного движения цепочки и тому, что в начале, когда одно из чисел равно единице, решений всего два. Это пара 1, 2 и 1, 3. Вот, поскольку мы умеем двигаться и туда, и сюда, то из большого решения мы можем дойти в одну из этих пар, ну и, соответственно, по цепочке двигаться. Бесконечно много натуральных пар А, В, для которых А квадрат плюс Б квадрат делится на А, В минус 1. Более того, они таким образом.